Эй, hey, с вами Игорь, и сегодня у нас Спинтарес, в общем, или говномес 2015 года. Вот. Сегодня будем открывать новую карту, сегодня мы поиграем. И это Спинтарес 2015 года, 12.10.15. Вот, поиграю на этой версии, я уже пару карт обкатал, посмотрел, поиграл. Игра, в принципе, ничем не отличается вообще геймплей от 03.03.16. Но, ребят, также мы будем кататься на старых версиях Спинтарес. Это именно Спинтарес 2009 года, 2010, 2011, 2012 и 2013. Ну, короче, все Спинтарес абсолютно будем сразу катать, и древние, и старые, и новые. Ну, там не буду я катать. Но, ребят, у меня вот очень большой к вам вопрос. А стоит ли обкатывать лицензионный Спинтарес, который багнутый? Ну, короче, сами на не, наверное, как не узнаете, это, блин, гребаный коврик, который у меня под ногами, он нормально не хочет у меня сидеть на месте. Вот, что у нас за карта? Это у нас карта равнинка, где здесь Алекс Фреш с механиком, поехали вот здесь через какую-то жопу, где-то тут засели в равнинах, доехали каким-то раком до гаража, потом открыли, и потом на мазурике поехали, черт возьми, отсюда до туда. Ну, короче, очень долго рассказывать. Вот, что у нас сегодня ожидает? Сегодня у нас есть вот этот крайник. И, кстати, я вам скажу, версия тоже какая-то багнутая мне попалась. Допустим, я зашел в управление. Нет, я не сюда. Вот настройки. Специально он немножечко отрегулировал звук. Нажал применить. И у меня хлобысь, как этот крайник. И он такой, опа, и перевернулся. Ну, короче, тупо... Он, можно сказать, вот этой частью, вот верхней. Ну, в общем, просто сделал... Аберин, Багом, Флай. Вот, я не знаю, с чем это связано, давай снять нахрен. Давай посмотрим, что тут устанавливается. Маячки, ремонт не хочу ставить, нахрен. Запаску, да. Запасочку устанавливаем. В общем, готовим. Готовим к серьезной работе нашего пацана. Так, защиту, конечно же. Все, больше я не буду на него ничего ставить. Ремонт, я думаю, не понравится. У нас, в принципе, на 800 очков вон. Да, это, ребят, я все переписал. Если что, тут немножечко все подзаменил конфигурацию, все такое. Вот. Я что одно могу сказать. Спинтарес очень интересная игра. В Спинтаресе можно погонять, повеселиться с друганами. Но давайте первую точку открывать. Или поедем... А поедем на С. Сначала с С. АЗС нас ждет. Потом нас с АЗС телепортируемся обратно. Поедем вот сюда. Вот сюда с АЗС. Потом вот сюда можно чпекнуть. Сюда чпекнуть. Сюда чпекнуть. Тут поехать. Ребят, как хотите называть этот Спинтарес, Спинтарес можете назвать, Спинтарес 2015, говномес 2015, говномес, вообще как угодно называйте, вы все равно тут будете месить говнище. Вот, давайте начинать трогаться с места, заводим наш старый, я не знаю, уже, наверное, на которую легенду Советского Союза, это КРАЗ-255Б. А, вот, что у нас здесь ждет? Здесь нас ждет грязь, месиво, ну и всяких интересных приколов. А, вот, под комментарии, которые написал один чел про обзор моей карты. Да, кстати, у меня я делаю теперь карты свои, но пока нету идей, пока мы сегодня просто катаемся. Я пока не знаю, что буду придумывать. Можете написать свои названия карт. Это очень будет мне поможет. Вот, что нас ждет? Что он написал? Вот. Он написал, а можно их как бы в полигон превратить. Если ты смотришь сейчас, чел, меня, вот прям смотришь вот данную минуту, данную секунду, извиняюсь, такого не будет. Карты созданы на прохождение. Да и то карта очень карты лайтовые. Ну их просто пройти вот по щелчку пальца буквально можно. Поэтому полигоны, извиняюсь, я их не сделал полигонами. Вот, ну не сделаю. Вот, а также карту, я не знаю, выложилась ли она вообще у меня на СТ-мод, который я делал, русский лес, но вроде она еще пока не выложилась, наверное. И, ребят, как она выложится, сразу, кстати, вот, ну, когда вы скачаете, поиграйте на карте русский лес, напишите,
Как вам? Она классная или нет? Ну, русский лес, она хардкорная, грязи, короче, я прям добавил столько. Стартовые машины сделал там. Как на равнинах, сделал три машины, КРАЗ, Урал, КАМАЗ. В общем, там, сделал вот так вот. Вот. Поэтому так вот, ребят, вот так вот. Ну, давайте пока покатаемся на этой версии. Очень мне нравится эта версия, честно. Честно, мне всегда нравились какие-то старые версии. Спинтареса, ну, типа, 15-го года там. Но интересно, ребят, а когда будем играть мы в 2009 года Спинтарес? Какой там будет FPS? Мне кажется, он будет высокий. Ну, потому что, ну, типа, 2009 года. Но я думаю, там высокий будет FPS и даже, в принципе, нормальный. Прикиньте, запустить 2009 года Спинтарес. А я думаю, людей много соберется, наверное. Те, кто, наверное, даже с самого... Допустим, вот те, кто родился, наверное, 90-е или нулевые, или 95-м, наверное, когда был первый бета-тест или демо-версия, альфа-тест, в общем, ну, всякое вот это. Ну, когда игра в 2008-м были всякие бета-тесты, демо-тесты, всякие вот эта вот фигня. Я такие думаю, такие, наверное, играли в 2009 году с Спинтарес, наверное, вспоминаю. Когда я буду играть, наверное, таким, блин. Такой бы мне. Ну, кстати, я вам скажу, где можно скачать Спинтарес с 2009 года. Ну и все версии до того, до 2014 года, они все на World of Mods. Их там можно скачать, почему-то там нету других версий, кроме только до того, как вы... До 2014 года. То есть они все с 2009 есть все версии, с 2009 до 2013. То есть вот все эти тесты. Вот эти все вот версии. Почему-то 2014, 15, 16, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 нет версии. Нету. Вот, не знаю, по какой причине так нету, но, видать, нету. Да и тем более, World of Mods, там уже как модов год, наверное, не загружают. Год. А целый год не загружают их. Вот, и что? Что я скажу? И, кстати, ребят, давайте так, давайте это моего день рождения, а мое день рождения именно 7 июля 2024 года. Давайте наберем, сколько у нас подписчиков? Давайте чекнем бабулику. Я просто не знаю, сколько у нас уже, ну. Нас, ребята, давай, ну давайте 3К наберем, а? До моей днюхи, давайте, 3К. Вот, ну, кто согласен, давайте. Давайте 3К наберем до моей днюхи, а? Так, сейчас, погодить, 5 сек, надо мне тут. Сейчас. Все. Просто надо было. Фюкса. А вот, давайте 3К наберем до моей днюхи или до конца этого вообще месяца. Ну, очень бы хотелось 3К уже набрать. Ну, и, кстати, я так думаю. А стоит ли делать дальше карты? Какие еще карты можно придумать? Потому что у меня пока новых карт в голове не возникает. Пока вот. И что я делаю? Я сделал вчера карту новую. Я, когда ее катал, она мне вообще не зашла. Мне то, что делал, полное говно оказалось. Я решил ее просто не публиковать, просто забыть. Ну, короче, полное говно, а не карта сделал. Думал, блин, классно получится. Знаете, в чем суть была карты? У тебя был гараж, небольшая трасса и река. И такой маленький городок, я и назвал, левел, там, тауншип что-то. Ну, такой городок переводится, как, или как там правильно произносить все города, никогда. Ну, в общем, сделал название городок. Ну, то есть название городок, в смысле. Всё. Понял? О. А этого хрена почему-то телепортировался. Не понятно. Давай вот это снимем. А это что? Блин, погоди. Вот мы на нем. Стой. Телепортируйся. Хрен пойми, как работает тут физика вся. Вот, очень бы хотелось набрать 3К или вообще 3К с половиной. Реально было бы очень приятно. Но все-таки, я так думаю... Что в основном, я заметил, очень хорошо набирают ролики из шорцов. Просто, ну, в принципе, бывает, хорошо набирают. Ну, есть и ролики, конечно, не так много набирают. Но, в принципе, я вижу вашу активность, я вижу ваши просмотры. А это значит о том, что вы
что вы реально подписаны, ну, что реально видно, что актив есть еще, то есть, что смотрят видео по Спиндарусу, хотя Спиндарус уже хз сколько лет. Ну, кстати, ему скоро 10 будет, ребят, годовщина Спиндаруса. Ну, не годовщина, а 10 лет Спиндарусу. Юбилей! Ёкарный бабай, мужики, юбилей Спиндаруса будет скоро. Да, я понимаю, сейчас у всех там SnowRunner, Expedition интерес, но, ребят, давайте уж не забывать про те игры, которые дали этот толчок вот к этому всему говномесу. Говномес я имею в виду, где можно месить грязь. Не думайте, я никак игры не обзываю ни в коем случае. В этом простонародье я называю говномес, что тут говно месишь одно время, вообще просто веселишься. Вот. Может, какие-то моды обозреть вам еще, но пока что-то у меня с модами вообще как-то не дойде. Блин, сколько всякого хочется засять, то просто я разрываться, но не могу разорваться. Вот, ребят, кстати, очень долго выходит у меня монтаж видео. И, кстати, когда у меня в HD теперь загружают, то есть вы теперь можете посмотреть 1000 пикселей, то есть вы можете full HD прям посмотреть и реально окунуться в Спиндарус, то... Я даже не знаю, что уже говорить. Просто охота что-то комментировать, а что? Что, вот не знаю. Так, а тем временем мы едем к Разевич. Где фары, то менты увидят. Ну, хотя в такой глуши ты мент. Какие менты? Менты нас вообще не заметят. Или товарищ в форме, как я называю. Менты все-таки это неправильно. Это даже обидно как-то. А вот товарищи полицейских правильно. Вот. Дядя полицейский, товарищ полицейский. Вот так правильно. Вопрос. Если была милиция, потом появилось название полиция, а как будет медики, если начало будет на букву П? Сейчас это такие подумают, хрена. Че, серьезно, типа? Ну, типа, если есть милиция, сало полиция, если есть медики. Ты что, либо тут я не знаю, как сказать. Как я буду их называть, типа, ну. Типа, наверное, такие правительства задумаются, блин, а как реально называть? Ну, типа, такие будут чесать кол, наверное, у себя. Вот. Вот, ребят, и знаете, я вам как рекомендую делать карты. Сначала, понимаете, не надо брать сразу гигантские размеры делать. Не надо так делать. Возьмите минимальную карту и научитесь на минимальных картах рисовать карту. Ну, то есть сделать. Если вы понимаете, что вы можете делать на этом размере, переходите все больше и больше. Таким образом вы натренируетесь и уже сможете использовать грамотно размер карты. Поэтому, ребят, и напишите, какие, может, размеры мне сделать карты. Максимально 32 на 32. Напишите, может, название карты, что там должно быть и вообще. Ну то есть нарисуйте, напишите в комментариях, какую-то, может, карту сделать реально и откатать вам, показать тоже. Вот, могу также, можете в комментариях просить карты, если я могу вам сделать. Спокойно. Вот, 32 на 32. Ну, 32 на 32 я, конечно, не умею больно еще и пользоваться, потому что большое пространство, а я еще не умею так пользоваться, слишком большое. А на маленьких картах я очень, кстати, профессионально. То есть там на маленьких спокойно. Ну, вот. Ой-ой-ой, а мы, мужики, тем временем, вон что, застреваем. Ну, я специально в грязь сунулся, чтобы словить этот экстрим. Ну, в принципе, пустой, он должен проехать спокойно уж, наверное. 6 на 6 Кразевичи могут. А вот. Ну, не, ну, Кразик вообще ползет. Ползет, давай, дядя. Ползи, ты можешь. Ты мужик. Ты мужик ведь? Мужик. Не, ползет. Все-таки может. Может, дядя ползет. Вот. Ну... Пока, когда я заходил на СТМОДС, там вроде пока прям свежих модов не загружали по картам, если что-то. Ну, и карты я, честно, сам надоело уже обозревать, просто реально. Ой, блин. Столько модов на Спиндарус, и реально бывают некоторые какие-то странные моды. Ну, то есть вообще читерские какие-то тачки, а я не любитель читерских тачек. Мне нужен минимализм. Мне нужно для что-то, для оффроуда, что-то классное, красивое, чтобы, понимаете, вот
взял мод, ты покаталась с удовольствием, а не какой-то как читер, блин, на тачке, у которой колеса чуть ли не с километр, блин, размер. Ну, размер колеса, ну, то есть диаметр колеса чуть ли не с километр. Ну, кому это такое надо? Все любят минимализм, мне кажется. Погодите, мужики, мужики, стоп. Мне надо сейчас отойти, мне надо отойти сейчас. Просто я же занимаюсь еще спортом немного дома. Сейчас отойду, на паузу поставлю и вернусь к вам. Поэтому все, давайте. Я на паузу. А вам через секунду. Ладно, ребят, давайте на этом прощаться. Спасибо за просмотр. Удачи, до встречи и всем пока-пока.